согласно документу, минимальный размер оплаты труда составит 679 330 сумов в месяц. Ранее этот показатель составлял 634 880 сумов. Базовая величина исчисления пенсии составит 238 610 сумов. Минимальная пенсия по возрасту 466 680 сумов. Пособие инвалидам с детства 466 680 сумов. Минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, составит 286 390 сумов.